В Хабаровском крае началась традиционная всероссийская акция «Дорога к обелиску». Мероприятие проводится ежегодно в преддверии празднования 9 мая. Активисты приводят в порядок памятники, воинские захоронения и другие исторические места. Сам проект призван привлечь молодых людей к уходу за воинскими мемориалами и к изучению истории. Подробнее расскажет Софья Шульга. Анастасия Плотникова реставрирует надпись на памятнике. В поисковый отряд она вступила недавно. Захотела узнать больше об истории своей семьи, кто служил в годы войны. К сожалению, не удалось найти именно из моих родственников никого. Я помогаю другим находить их родственников. Я уже сделала 3 заявки и помогла нескольким людям. Сегодня вместе с другими поисковиками отряда «Русич» Анастасия наводит порядок на братской могиле учителя Наумова, ученика Болицкого и неизвестных бойцов-артиллеристов, погибших за советскую власть с 5 по 6 апреля 1920 года. За сохранностью этого захоронения активисты следят уже несколько лет. Мы искали поляну здесь для того, чтобы привести детей в черте города и рассказать, что такое поход маленьких детей. И нашли памятник. Тут он был в ужасном состоянии, тут была свалка. С помощью Градековского музея отряд отыскал информацию о братской могиле. С 5 по 6 апреля японские войска напали на Хабаровск. Погибли и мирные люди, в числе которых и оказался директор ремесленного училища Наумов и его ученик. Их похоронили в одной могиле вместе с телами бойцов-артиллеристов. Японцы вероломно напали на город. Это единственный раз в истории Хабаровска, когда на улице города проливалась кровь. Шли бои. В следующий раз проводить уборку поисковый отряд вернется уже летом. Выкосить траву и посадить цветы. Софья Шульга, Павел Легалин, телеканал «Губерния».